участникам, маленькие не еще. Давай, не тонуть, главное не тонуть. А то на тренировку не пустим. Максим! Девушка и самый юный участник Максим. Это уже семейные старты. Чемпионы Ярослава. Вы понимаете, почему Ярослава так быстро гребет? Рома, держи! Закончилось падение Романа. У-ху! Поздравляем! Самое интересное. 3, 2, 1, поехали! Давай! Вам давай, молодец! Гришна, быстрее! Дальше заноси, дальше сап заноси. Переверни его. Будет неудобно. Ярик, быстрей. Молодец. Только не прыгай на сап. Не прыгай, не прыгай. Ты не участвуешь. Поддерживаем, поддерживаем участников. И Миша первый. Вторым финиширует Артём. И посмотрим. Это очень... А первый Ярослав. Интересный заплыв. 3, 2, 1, поехали! Оранжевые бы нужно пройти, пройти. Борьба за третье место. Нешуточная борьба. Уже чуть не начнут бить друг друга веслами. У него самый лучший сап, у него самое лучшее весло. Дальше, дальше, Рома, дальше. Дин, дорогой. Мы тебя уверенно догоняет Влад. Влад впервые участвует в таком мероприятии. Он много плавал, в смысле падал, от неожиданности. Похоже, третьим финиширует Влад. Рома, давай! Влад просто не говорит, как в детстве он занимался на каноэ. Это видно по его технике, да, видно по ему опыту. Но в сапе надо поворачивать, чтобы не нужно было делать каякинги. И Рома. 3, 2, поехали! Сейчас кто-то что пойдет? А упал, улетел, Ваня! Аня оказалась немного сильнее. А, так у нас чемпионат по падению. Да, если бы не Любчик, то ничего бы не досталось. Молодец, Любчик.